в прединсультном состоянии человек даже улыбнуться не может. Если ты можешь сделать, то инсульт еще очень далеко за горизонтом. Чем чаще ты, как лошадка, губами работаешь, тем больше идет вибрация, да, коры головного мозга, тем больше ведет вибрация всей кровеносной системы, и, соответственно, при этой вибрации никаких тромбов там образоваться не может. А если образуются, они быстро уходят, утилизируются. Поэтому поскакали.